Минувшую пятницу в клубе по месту жительства «Агатушка» проходил праздник «Ура, каникулы». Ребятишки подготовили танцевальные и вокальные номера и театральные сценки. Концерт стал своеобразным закрытием творческого сезона клуба. Это мероприятие мы проводим совместно с социально-реабилитационным центром для детей. Раньше они были просто гостями, а сегодня они и также представляют свои номера, то есть выступают в нашем клубе. На сегодняшний день клуб посещает около 70 маленьких ангарчан. Здесь работают студии современных и восточных танцев, театральный кружок и секция прикладного творчества «Очумелые ручки». На этой неделе в Ангарске откроется еще один клуб по месту жительства «Муравейник», который объединит ребятишек из прилегающих к 92-му кварталу районов города.